А вот и он. Эл, я здесь! CBS представляет. Я мечтаю увидеть все. И Вашингтон, и Лас-Вегас, и место, где арахисовое масло привозят прямо на погрузчике. Костка. Сценарий Чака Лори. Во время службы в Афганистане Эл был моим переводчиком. Эй, привет! Сейчас схожу за пивом. Пап, он не пьет. Точно, прошу прощения. Нет, это ваш сын должен извиниться за то, что говорил таким тоном. Он классный. Ты знаешь, что дядя Эл — твой крестный? Некоторые говорят, что крестный важнее отца. Не выдумывай. С 1 апреля. Что же ты не сказал о проблемах в браке? Я бы помог. Из Афганистана? Мы же не на Луне. У нас есть Wi-Fi. Я ценю твое желание помочь, но ничего не выйдет. А ты сама что-то сделала? Это он вообще ничего не сделал. Наверное, он очень устал на войне. Много ходил пешком. Спасибо. Он выжил благодаря тебе. Как твой крестный, я буду защищать тебя до конца жизни. Давай ты будешь и моим крестным. Найди своего. Спасибо за такой радушный прием. Эй, что происходит? Ты привыкнешь. Соединенные Штаты глазами Элла. Скоро на канале CBS и Алекс Фильм.